Здравствуйте, дорогие мои друзья. Все мы знаем, политика – это страшная сила. И вот-вот кажется, ты свободен, но один шаг, и твоей свободы уже нет. Если вы думаете, я это говорю про Россию, нет, ни хрена, это не Россия, это Европейский Союз. Но на этот раз повезло. Европарламент отклонил поправки, которые обязывают сайты проверять контент на соблюдение авторских прав. Представьте себе интернет. Огромное количество информации. Естественно, контент там разнообразный, и далеко не весь соблюдает авторские права. Если бы данный документ подписали, свободный интернет на территории Европейского Союза, это уже было бы прошлое. Но члены Европейского парламента отклонили проект директивы, против проголосовало 318 членов Европарламента, за 278 и 31 воздержались. Кроме проверки контента, владельцам сайтов пришлось бы платить налог за перепечатанные фрагменты новостей. Бред, да? Ну, вроде бы отклонили, вроде бы можно танцевать. Да ни хрена. Осенью 2018 года заседание повторится. И вот тогда есть вероятность, что его подпишут. И как вы видите, разница между 318 голосов и 278 не намного большая. Не буду вам тут лапшу про загнивающий Запад рассказывать. Я хоть и не любитель кожаных плеток и намордных масок с бананами, но я прекрасно понимаю, что люди там живут чуть-чуть лучше, чем мы. А если сравнивать с некоторыми странами, то намного лучше. Но черт побери, у нас гораздо более свободный интернет. А в Беларуси, например, он вообще свободный. Если в Российской Федерации что-то там запрещают, то на территории Республики Беларусь вообще ни хрена не запрещено. Тут какие-то странные двойные стандарты получаются. Они там у себя вообще, по сути, весь защищенный контент хотят контролировать, но при этом трындят, что здесь у нас вообще полное рабство. Раздули срачи из-за того, что у нас запретили вообще один мессенджер. Точнее, в Российской Федерации. В Республике Беларусь он вполне себе работает. Кстати, и в России тоже работает. В скором времени у них будет обязательно 18 лет садиться на кол. Но это никто не заметит. Зато если в СНГ кто-то там наедет на какой-нибудь ресурс, это так раздуют, нарушение прав человека, там, за свободу, шку-ку-ку-ку. У нас, видимо, разные с ними представления о свободе. Ну что ж, на этом закончу видео. Извините, что 3 дня вообще никакие ролики не выпускал. Я был на даче. Потихоньку готовлюсь ехать на территорию Украины. Пока все идет по плану. Спасибо за внимание. Всем пока.